Телеканал КРТ представляє. Україна – система різноманітних зв'язків, пов'язана зі всім світом. Гроші позичаємо в США, вугілля купуємо в ЮАР, а газ беремо начебто в Словаччині. На експорт відправляємо батраків. Заробітчани в Україну пересилають грошей в декілька разів більше, ніж МВФ, і це факт. Чи є можливість знайти рівноправних партнерів для нашої держави у міжнародній спільноті, з'ясовуємо ми у програмі «Хто за нами стежить» на каналі КРТ. В ефірі з вами я і ведучий Дмитро Василець, вітаю. Сьогодні у нас в гостях науковець Анна Лаврененко та колишній народний депутат України, доктор медичних наук Ірина Спіріна. Вітаю вас. Скандал з малюками, котрих народили сурогатні матері в Києві і яких не можуть забрати батьки через закриття кордонів, дійшов і до іншої півкулі. Як повідомляє New Zealand Herald, Нова Зеландія, ЗМІ, вважається, що ситуація з вивозом новонароджених особливо складна в Україні та Грузії, де десятки дітей, народжених з моменту встановлення блокування кордону в даний час, знаходяться у віці 7 тижнів і гостро потребують піклування. Ну, тобто, дуже цікава тема, і якщо от проаналізувати все ж таки формат, в принципі, цієї проблематики, от пані Ірино, а як ви вважаєте, що, в принципі, нормально це, що у нас в Україні це не заборонено законом, і, на жаль, мало, в принципі, у нас це якимось чином зарегульовано, чи як? Тобто, де отут от нас основна проблема з вашої точки зору, як медика? Если можно, я, наверное, начну для понимания людей, что после обнародования видео с детьми за такой запрет высказалась Людмила Денисова. Людмила Денисова, мы с вами знаем, это человек, который в Верховной Раде отвечает за права человека. Вначале она сказала так, что да, это плохо. Позже она меняет свое мнение и выступает лишь за урегулирование этого рынка. На сьогоднішній день... В принципі, чи нормально це називати ринком, то ви коли кажете ринок, мене як громадянину, це трохи бентежить і ріжуть вухо. Це, в принципі, називати ринком. К сожалению, так сказала Людмила Денисова. Я цитирую ее слова. К сожалению, этот вопрос очень сложный, и есть у нас такой человек, который отвечает в Верховной Раде за права ребенка, Николай Кулеба. Он заявил, что продажа детей иностранцев – все это результат бизнеса, из-за которого страдают дети. Такое мнение он высказался в своей странице Facebook, добавляя о том, что на сегодняшний день удовлетворить клиента, то есть потребитель – это кто? Это человек, который заказал этого ребенка у суррогатной матери. По сути дела, ребенка этого покупает. Это является как товар. Вот я хочу, чтобы все слышали и это понимали. На самом деле Кулеба пытался дать простой ответ на очень сложный вопрос. Как в Украине уменьшились сегодня шансы для наших граждан, для украинцев, для усыновления таких деток? Пока в Украине ищут сегодня существенные какие-то шаги, прежде всего это и юридические, и медицинские шаги для усыновления, то путь для иностранцев, он открыт. Суррогатное материнство – это, конечно, тема очень сложная и неоднозначная. В силу того, что сам закон в Украине, он не урегулирован. По большому счету у нас только одна статья Семейного кодекса и приказ министерства, которые на сегодняшний день регламентируют эту проблему. Но на законодательном уровне этот вопрос не решен. Запрет должен быть, ну, как бы явлением, которое решает проблему. А проблема, решение этой проблемы, прежде всего, социальная.
Давайте-ка мы с вами рассмотрим основные причины. Украина и Грузия – это страны сегодня, ну, будем говорить, социально с низкими заработными платами. И суррогатное материнство для граждан Украины – это достаточно неплохой заработок. В Украине на рынке репродуктивных услуг работают десятки агентств, посредников различные, которые связаны с Украиной и Грузией. Ну, смотрите-ка, Грузия, мы только что я говорила, Грузия и Украина, это достаточно в социальном плане низкие по заработной плате государства. Ну, где-то в среднем, если мы возьмем, 200-300 евро. Ребенок обходится заинтересованным людям, закладывают сумму не 15, вот я слышала, 15 тысяч евро, 50 тысяч евро или 50 тысяч долларов. 1/4 или 1/3 по договоренности отдается матери. Почему бы на сегодняшний день, при том, что такая низкая заработная плата, нет работы, нет производств, и, естественно, используют наших женщин для рождения деток, суррогатных матерей. Я хочу привести вот здесь сразу же статистику. В 2019 году украинские суррогатные матери родили для иностранцев 1496 деток. В 2018 году 1095. Впрочем, реальные цифры, вы же сами понимаете, статистика, она малонадежна, потому что очень много скрытых сегодня так называемых рынок скрыт, и истины как таковой мы с вами не знаем. Но я считаю, что в первую очередь должен быть контроль как государства. Контроль государства, это который будет противодействовать правоохранительным органам, крышевать такие мероприятия. Ну и вы же понимаете, что эти все вещи, которые происходят у нас в Украине, они недопустимы. А якщо, в принципі, ставити питання таким чином, щоб просто закрити цей так званий ринок сурогатного материнства, тому що, в принципі, це для громадян України, ну, я не скажу, що це, ну, мабуть, це просто дикість якась, тобто це торгівля людьми така офіційна. І ці ж немовлята, які народжуються, це ж громадяни України, яких просто вивозять, не спілкуються з ними, це не їх воля, це фактично якийсь такий процес, який йде якось паралельно з законом. Вам не здається так? Мені кажеться, що все вот эти вот теневые вещи, они способствуют в первую очередь коррупционным возможностям для чиновников и правоохранительных органов. Если мы сейчас этот вопрос не отрегулируем на законодательном уровне, то, естественно, это приведет к очень фатальным последствиям. Мы уже видим эти последствия. Торговля детьми – это недопустимо. Дякую, пані Анно. А от з вашої точки зору, от чому от в Євросоюзі, в Америці це заборонено, а в нас це не заборонено? Чому саме так сталося? Може, все ж таки, от якщо в Україні просто мало суверенітету, тому такі закони нав'язують. Нам дуже багато законів нав'язують, там МВФ та інші країни, там генпрокурорів можуть змінювати. І ми бачимо, що в країнах, яких багато суверенітету, тобто Сполучені Штати, ну там це заборонено, а от в Україні чомусь дозволено. Я думаю, що прежде всего здесь, если мы говорим, да, в рамках государства, об Украине, о европейских государствах, стоит упомянуть об нашем гражданском обществе, о нашем уровне. Не могу сказать, что в высоком политической культуре, поэтому вот те все законы, которые навязываются нам необходимы извне, они принимаются, а оказывает сопротивление, да, вот этим законам, которые не устраивают, либо лоббировать, ну, условно говоря, свои законы, которые будут защищать собственные интересы, это уходит на второй план.
Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы не забываем, что Украина все-таки это государство, которое находится до сих пор на этапе транзита. И у нас не сформированы в достаточной степени до сих пор многие политические институты. И вопрос демократии, да, вот построение демократического общества у нас настолько он сильно развит, что вот мы хотим особенно показать это вот на внешнеполитической арене, что вот мы все такие демократические, вот, тем самым забывая вот именно о правах и свободах самих граждан Украины. Кроме того, хотелось в данном контексте еще упомянуть, что когда мы говорим о демократии, мы говорим о праве выбора. Да, вот, и таким образом, чтобы мы лишний раз ничего не запретили, мы лучше будем все это поощрять. И еще один момент, он отчасти также связан, как мне кажется. Просто когда я услышала о данной теме, да, вот о данном резонансном скандале, мне почему-то стало интересно, а где же наши вот различного рода феминистические движения, которые долгое время защищали по-разному, по-своему. Вот, они защищали права женщин, да, вот, и когда мы сталкиваемся как раз с проблемой суррогатного материнства, да, как вот, когда женщина выступает в качестве, ну, когда на первый план выходит именно ее детородная функция, да, для продолжения рода, то о каких равных правах и о всем мы можем говорить, и просто где сейчас вот все эти защитники. Я думаю, что ну, в европейских странах, в Западной Европе, на Западе, все, в тех же самых Соединенных Штатах Америки, там этот вопрос был бы, ну, получил бы более жесткую реакцию от общества, более резонансную, и совсем бы по-другому отреагировали. У нас, как вы видите, это же даже... Кто поднял эту тему? Это же не подняли женщины. Они не вышли на улицы с плакатами, как вот, например, было, когда в Польше хотели полностью запретить аборты. Тогда были массовые движения, были переговоры с католической церковью, и после этого тогда уже что-то пошло. А здесь? От кого пошел импульс? Ну, не от женщин же. А просто вот, ну, как, насколько известно из тех же средств массовой информации, что по одной из версий это руководитель клиники таким образом хотел хайпануть, да, и обратить внимание, потому что вот у него была, ну, частная проблема, он не за детей как бы переживал, да, а непосредственно за... Что их не могут вывести. Что не могут вывести, да, и что тут как бы дальше уже на подходе новые дети будут рождаться, потому что, ну, время идет, а это как бы на карантин на это никак не влияет. Вот, поэтому, мне кажется, вот здесь вот большой вопрос. Зрозуміло, пані Ірино, а от з вашої точки зору, от чисто з медицинської, яким чином все ж таки будуть відчувати саме у цій матері, які родили немовля, і фактично вони ж все одно ж це немовля виносили, в них все одно все ж таки вже йдуть в організмі процеси, що це їх немовля, і просто після того, як воно народилося, його кудись забирають і відвозять. І ми зараз бачимо, що просто фокусують увагу на тому, що біда, 7 тижнів, і їм потрібен догляд. І зараз доглядають їх точно не матері. От як от з цієї точки зору бути? Ну, в першу чергу, ми з вами розуміємо, що будь-яка мать і агентства, вони підписують посередники, вони підписують договор. В договорі чітко прописані все пункти, которые могут защитить в данном случае и эту женщину, и защитить ребенка, которого она фактически по большому счету продает. Я считаю, что есть особенности, личностные характеристики каждого человека, как и женщина. Женщина, когда идет на этот шаг, я так думаю, что в первую очередь ее на этот момент побуждает меркантильный вопрос. Вопрос заработать сегодня деньги. Але це спочатку. Это... Спочатку, коли, да. Коли жінка йде на це так, а вже потім вже включаються зовсім інші хімічні процеси. А потом идут процессы биологические, физиологические. Включается у одних женщин включается инстинкт материнства, у других нет. Вы знаете, я очень хочу обратить внимание на такой момент, что сама социальная политика, которая проводится сегодня в государстве, и работа с нашей молодежью, правда, она основывается и на этих вещах, о том, что есть сегодня рынок, можно купить, можно продать. И это страшно.
то, что наша молодежь, а кто в основном рожает этих детей? Молодые женщины, правда, которые выросли в этот период 25-30 лет, которые самостоятельности Украины. И все то, что насаждалось в этот период, политизированный период негатива, все это сказывается, естественно, на личностных переживаниях любого человека. Так вот, я хочу сказать, иной раз, когда я сталкиваюсь как психолог, как психиатр с такими женщинами, я удивляюсь тому, что материнский инстинкт, к сожалению, он не срабатывает. И это правда. Очень в редких случаях он срабатывает. Какой-то период женщина, она действительно сожалеет о том, что произошло, потом все это забывается и уходит на задний план. Поэтому я еще раз повторяю, у нас в Украине должна, раз это демократическое общество, мы идем в Европу, непонятно куда мы уже пришли, то должно присутствовать, должно в демократическом обществе. Это общество, которое построено на концепции, прежде всего, эстетических, гуманных, и отношение к человеку человеком, и понимание о том, что есть принципы, от которых отказываться нельзя. Это святое, это мать, которая родила ребенка, и через эту грань переступить нельзя. Я хочу закончить ваш вопрос, что, к сожалению, наши молодые женщины эту грань переступают. А от ще таке питання. От ми знаємо, що у Дніпропетровській області, там от в нас в Києві навіть працюють чиновники з тих областей, які відмітилися в скандалах щодо все ж таки маніпуляцій з новонародженими. Пані Гінзбург, наприклад. І в принципі, як справи у Дніпропетровській області щодо цих от скандалів, які там вже конкретно кримінальними такими процесами, і, на жаль, ці процеси є. Розкажіть більш детально про них. Я об этой ситуации знаю по масс-медиа и от коллег, но это, вы знаете, как у нас сарафанное радио. Да, я знаю, что возбуждались уголовные дела в отношении продажи детей. Такое масштабное, будем говорить, мероприятие негативное, оно имело место. Но потом, я так понимаю, есть понятие как форма сокрытия такого преступления, коррупционная составляющая, которая сыграла очень важную роль, я так понимаю, для чиновников в сокрытии этого преступления. И я так, как мы с вами видим и понимаем, что госпожа Гинзбург и люди, которые с ней делали, производили эти все манипуляции, они на сегодняшний день на свободе и не привлечены к уголовной ответственности. Для того, чтобы, естественно, кого-то в чем-то обвинять, мы должны четко иметь сегодня представление, быть в парафии, наверное, уголовно-процессуальной проблемы, хорошо ее знать, а потом уже, наверное, правильно ее комментировать. Ваша реплика с этого приводу и взагалі по этой теме? Я хотела не по поводу конкретно Днепропетровской области добавить, а скорее по поводу ценностей. Так сложилось, да, что Советский Союз распался, и Украина стала независимым государством. Мы отказались от всех, ну, попытались отказаться от всех тех ценностей, традиций, которые были во время существования Советского Союза, но на их место не пришло ничего новое. Получается, мы разрушили и ничего не создали. И даже элементарные, ну, наиболее такие самые значимые, да, институт семьи, то есть традиция такая ценность, как семья, она разрушена. Мы ничего не построили, мы не воспитываем в молодом поколении вот те основы, которые как раз потом двигают молодыми женщинами к таким поступкам, как, ну, принимать решение, брать на себя, стать суррогатной матерью. Вот. И также, ну, и вот пока мы не решим этот вопрос, то есть мы понимаем, что государство до сих пор в нашем сознании, государство должно принимать за нас решения. Оно должно поставить нас на путь истины, как говорится. Но, увы, ничего этого не происходит. А поскольку это все не происходило на протяжении уже почти 30 лет, сейчас, понятное дело, у нас открылось слишком большое количество различного рода там очагов, да, которые необходимо погасить, решить какие-то споры различные, но
Разве что как в оправдании можно сказать, что везде сразу все не успеешь. Но поскольку довели до такого уровня, когда не решались многие вопросы в разных абсолютно сферах, то вот мы на данном этапе видим то, что имеем. И небольшое оправдание все-таки касательно женщин молодых, поскольку, возможно, это молодость, да, действительно, возможно, поэтому вот когда женщина принимает решение, она не осознает, что потом уже все начинает дальнейшие действия работать исключительно в юридической плоскости, и там она уже никак не может апеллировать каким-то морально-нравственным аспектам, потому что есть бумажка, которую она подписала, грубо говоря, и все. И в дальнейшем она уже никак не может. Вот, возможно, вот с этим также аспектом необходимо обязательно работать. Такое воспитание. Яким чином це потрібно, яким чином змінювати цю ситуацію? Через законодавство чи якось врегулювання, з вашої точки зору? Законодательство – это хорошо, это обязательно, вот, но необходимо работать параллельно в двух плоскостях. Те, кто у нас занимается разбором законодательных проектов, написанием их, они работают по-своему. Но необходимо также доносить до населения, например, те же проблемные моменты, которые в дальнейшем будут приниматься в виде законопроектов и голосоваться уже в качестве законов, их разъяснять. Необходимо обсуждать реальные проблемы с самим населением. Что необходимо? Вот то, что вы вначале говорили, да почему в Европе таким образом действуют, а у нас таким? Потому что у нас как бы не заинтересовано само государство, потому что, ну, вы представляете, какой обширный пласт работы, если еще мало того, что они себе наметили, какую работу делать, потом еще то, что внешние акторы, так скажем, рекомендовали бы рассмотреть, и тут еще необходимо у населения спрашивать. Ну, хоть разорвись. Поэтому вот, конечно, необходимо все параллельно делать, но это идеальная форма. Но просто хоть какими-то образами, делая поступательные шаги в законодательной плоскости, к сожалению, вот как раз в работе с населением очень часто забывают об этом. Дякую. Йдемо далі до інших тем. Зацікавлені в українських людях і наші сусіди. Ще не стихла критика в адресу Путіна за спрощення отримання громадянства для українців, а тим же шляхом пішла Білорусь. Як повідомляє агентство Белта, Мінськ спрощує отримання громадянства для дітей іноземців, що проживають на території країни. А це передусім громадяни України та колишнього СРСР. Як ви можете прокоментувати, пані Ірино, цю новину, і чи вважаєте ви якось її, там, не знаю, можливо, загрозливою для України чи як? Ну, в принципі, як для мене, це очевидні процеси, і, в принципі, які в принципі, безвіз, так і ці процеси, я вважаю, що досить позитивні. А як ви вважаєте? Я считаю, что иммиграция и трудовая миграция – это проблема современного украинского общества. При этом мы должны с вами учитывать то, что качество оценки этого явления на сегодняшний день вообще в стране нет. Истерия вокруг миллионов зубожилых, я назову так, вынужденных ехать на заработок людей, их сегодня достаточно. В первую очередь мы должны думать о том, что количество данных, на которые на сегодняшний день на самом деле они в статистике, опять-таки к статистике возвращаюсь, они опять-таки малонадежны. Но очевидно, что Украина теряет при миграции огромное количество людей, граждан. Причем это сказывается и на экономику, и на общественно-политически активных людей. Те, которые могли бы сегодня формировать общественную повестку, то есть способствовать прежде всего модернизации страны и генерировать лидеров альтернативных нынешним. На сегодняшний день, очевидно, стала угроза исхода из Украины людей. Это массовая эвакуация населения, по-другому я назвать не могу. Трудовая миграция приобрела на сегодняшний день совершенно новое качество. Она стала массовым явлением. Что явилось причиной? Причиной прежде всего явились деньги. Денежные переводы, гастарбайтеры, которые последние годы, ну, по большому счету, превратились в факторы стабилизации микроэкономики нашей сложившейся пагубной экономической ситуации в Украине. Объем денежных переводов намного сегодня превышает объем прямых инвестиций. Ну, если мы возьмем с вами
оценки политологов, то на сегодняшний день от 9 до 15 миллиардов долларов ежегодно поступают в наш бюджет за счет гастарбайтеров. При этом масштабные разрушительные последствия этого исхода людей еще до конца наши политики и ученые не посчитали, насколько это пагубно сегодня отразится на государстве, на государственной политике и на людях. На сегодняшний день, посмотрите, вот я как бы немножко связана, у меня родственники работают на Николаевском судостроительном заводе, работали, то 30% на сегодняшний день корабел лишены работы. И 30% людей выехали в Российскую Федерацию, выехали в Южную Корею, Китай, эмигрировали для того, чтобы работать. Польша сегодня на государственном уровне проводит программу привлечения украинцев, благодаря чему решает практически свои вопросы, демографические, экономические и социальные вопросы. Я как медик, думаю, что нужно кричать, трубить и бить во все колокола, что сегодня средний медперсонал выезжает в Польшу. Вот пример. 2019 год. Все мы знаем, есть такой Береговский район, да, где многие наши олигархи, люди лечатся. Да? И на сегодняшний день в этом Береговском районе осталась одна медицинская сестра. Одна в ЦРБ. Уезжают не только медики, но уезжают строители, уезжают сварщики, уезжают комбайнеры. Неудивительно, что сегодня, помимо стран Восточной Европы, наших людей с удовольствием принимает Беларусь. Вполне прагматичное решение белорусского правительства. Но это прежде всего в интересах людей. И об этом, я так понимаю, что правительство Беларуси думает. Почему? Вот я как психолог могу оценить. Украинцы очень законопослушные люди. Они легко адаптируются к различным социальной среде. Они не конфликтны по сравнению с гастарбайтерами, которые, например, из африканских стран, из Австрии. И для наших граждан достаточно хватает различных образования, квалификаций для того, чтобы работать и обеспечивать как мигрантам сегодня проблемы экономические в странах Европы. Поэтому социальное напряжение, которое с этим возникло в обществе, оно должно быть четко регламентировано. И я думаю, что проблема на сегодняшний день очень серьезная, потому что она набирает обороты. И это в первую очередь еще связано с чем? Это связано с тем, с переписью населения. По большому счету, мы сегодня не знаем, какое количество, какое людей проживает в Украине. Деиндустриализация, с которой, в принципе, связаны демографические проблемы, это вопрос сегодня номер один. Посмотрите-ка, нам в 2017 году, вот я приведу статистику, согласно данным статистики, численность имеющегося населения в Украине на 1 января 2017 года, она составляла 42,67 миллионов. По другим оценкам, на 1 января 2017 года в Украине проживало 42,5 миллионов. К 1 декабрю 2017 года этот показатель сократился до 42,4. Для экспертной оценки некорректированность этих данных очевидна. Если мы с вами возьмем усредненное количество проживающих в Украине, то это где-то около 35 миллионов. 35 миллионов. Причина сокращения, как врач подчеркиваю, это смертность. Снижение рождаемости, та первая тема, которую мы только что с вами поднимали, и, конечно, трудовая миграция. Можливо, якщо б країна виплачувала нашим сім'ям молодим все ж таки 15-30 тисяч євро, ця ситуація, я думаю, дуже б швидко змінилася. Але все ж таки, якщо от до вас питання, пані Анно,
Ми зараз бачимо, що за кордону наші заробітчани присилають просто мільярди доларів. І це об'єктивний факт, це встановлено. Тільки переводами. Скільки вони привозять у якості грошей, які витрачають вже готівкою, це окрема тема. Я думаю, там теж дуже великі суми. І ми зараз бачимо, що в нас в Україні наші можновладці створюють просто усі умови для того, щоб люди виїжджали звідси. Коронавірус не рахується, тому що це міжнародний тренд. Але все ж таки, якщо брати економічні параметри, тобто створюють такі умови, щоб люди максимально виїздили за кордон. Можливо, це якась бізнес-модель, і таким чином просто наша влада стимулює, щоб максимально кількість людей поїхала за кордон, і будуть вони з цього заробляти, тому що в Україну будуть тоді все ж таки поступати долари, євро, і можливо є це все ж таки такий план Зеленського та Порошенка? Интересный, конечно, вопрос. Да, сложно не поспорить, что коронавирус стал триггером многих политических процессов. Но, к сожалению, в Украине скорее вопрос ответственности более важный в данном контексте. О таких планах, замыслах, понимаете, вот хотелось бы апеллировать немножко к иному, что мы независимое государство уже долгое время, но мы, по паре так. Мы по-прежнему не готовы сами брать ответственность за свои поступки. Мы надеемся, что кто-то к нам поможет, кто-то нам что-нибудь лучше сделает. Вот. И пока мы не начнем осознавать, что каждое государство действует исключительно в своих национальных интересах, а потом в дальнейших, то тогда снимутся все эти вопросы, потому что обижаться там, что, например, Польша либо Беларусь делают какие-то более комфортные условия, поэтому наши люди туда едут. В чем проблема? Давайте у себя делать. Давайте делать те же рабочие места, создавать более комфортные условия, помощь, социальные гарантии, и тогда выезжать не будут. Хотелось вернуться по поводу все-таки упрощения, да, получения гражданство, да, в Беларуси. Там же прежде всего касается детей, правильно? И вполне нормальная ситуация с позиции Беларуси, что они просто заинтересованы, чтобы украинцы, там, белорусы в дальнейшем, да, как бы, чтобы они получали то же самое образование в белорусских университетах. Тот же самый демографический кризис, увы, коснулся не только Украины. Белорусы также страдают от этого. Они, точно так же их студенты едут в Польшу учиться, либо в страны Балтии, правильно? Точно так же, как страдают поляки, потому что польские студенты, многие по возможности, выезжают в ту же самую Германию. Mm-hmm. И поэтому такая вот политика замещения, да, вот только ну, на человеческом уровне студентов, но она происходит. Проблема, опять же, в нас, к сожалению, и пока мы это не будем осознавать, ничего дальше не пойдет. Вот недавно общалась с профессором Винницкого университета, он сказал такой факт, что если раньше мы видели на магистратуру, например, программы в ту же Польшу, да, что mm-hmm. студенты выезжают, им туда предлагают по конкурентоспособной цене, пожалуйста, учиться, то чего они будут учиться в Украине продолжать, если они могут точно так же уехать и уже получить диплом европейского образца? Ну, как бы это везде котируется. А теперь начали уже представители ходить по школам, вы понимаете? Когда уже в 11 классах вот такая профориентация проходит, чтобы поступали не в местные там винницкие вузы, те же самые государственные, а в те же самые польские. Мы это не осуждаем, мы с этим не боремся. Когда Беларусь та же самая начинает вот какие-то поблажки, да, вот пытаться делать, для нас сразу это все плохо. Когда мы получаем безвиз, это хорошо, мы все радуемся, мы все срочно выстраиваемся в очереди, чтобы поехать. Когда Беларусь какие-то поблажки делает, опять мы ищем, где там в кармане какой там камень скрыть, чтобы потом нас кинуть. Ну, как бы политика двойных стандартов. А если вот звернути увагу на то, что саме дітям, які народилися у Білорусі, тобто це фактично, я так розумію, якщо йде процес міграції, і, до речі, це не тільки Білорусь, я дуже от гарно це відчуваю і на Західній Україні, що сім'ями просто виїжджають. І тобто вже в Україні нічого людей не тримає, просто якщо там хтось один переїхав із сім'ї, потім він забирає з собою сім'ю і все.
Тобто бізнес-план Порошенко-Зеленського все ж таки вже поламався, ніяких грошей в Україну не потрапляє. Не вважаєте ви, що це ж таки така політика аргументована, щоб люди більш асимілювалися вже на території, куди переїхали, будь-то Польща, будь-то Білорусь. Просто законодавство під це підганяють, як і в Білорусі, так і в інших країнах. Да, они заинтересованы в этом, они действуют, опять же, повторюсь, в своих интересах. Они так делают. Более того, проблема в том еще, например, украинцев, что мы не думаем наперед, мы не думаем стратегически. Мы не думаем за государство. И это тоже можно понять, потому что вот как по пирамиде масла, да, наши первичные потребности... Смотрите, нет, поскольку, ну, к чему я веду? Поскольку наши первичные потребности не закрыты, ну, элементарно, поесть... Где жить, во что обуться, во что одеться. Мы начинаем думать, как это все сделать. Мы едем за границу в поисках лучшей жизни. Мы видим, что там лучше, потом начинаем думать, как бы свои семьи перевести. Это к тому, что вы говорили. А там действительно создают максимально комфортные условия, а тем более в приграничных территориях они наиболее показательны, потому что вот малое приграничное движение намного проще. Да? Например, из Киева в ту же, из Ужгорода в ту же Венгрию, чем из Киева в Венгрию. Да? Мы как бы намного дольше будем думать, как туда поехать. А там создаются все условия. Более того, очень частая практика, когда именно идут договоренности, и женщины на уже высоких, ну, на больших сроках выезжают за границу, чтобы там рожать, чтобы вот ребенок получал какие-то первичные документы, чтобы вот он становился в дальнейшем гражданином Европейского Союза, ну, к примеру, ну, да? Так наши министры, да, которые робили часів Порошенко, той же Омелян. Ну, а почему бы и нет, да? Вот, и люди смотрят, обычные, да, люди, которые без должностей, смотрят, что это работает, это хорошо, тем более они там были в этих государствах, они видят, что там хорошо. Тем более государство... наши соседи, да, они в то же время пытаются продолжать политику все-таки по защите своих национальных меньшинств, проживающих на территории Украины. Поэтому они будут создавать максимально лояльные условия для того, чтобы вот к ним приезжали, ну, по разным поводам, да, вот, и непосредственно уже ассимилировались в этих странах. Дякую. А от, пані Ірино, а от ваше доповнення щодо цієї теми, можливо, все ж таки це така цілеспрямована політика нашого уряду, і вона сформувалася не на рівні, не на просто так, не на рівному місці, але все ж таки за рахунок закордонного тиску. Я хочу вернуться к цифре 20-25 миллионов. 25 миллионов – это те люди, которые могут остаться в Украине. По сути, это последствия реализации американской версии плана ОСТ. Это превращение сегодня Украину в сырьевой придаток стран золотого миллиарда. И эта программа, поверьте мне, работает. Люди, которые уезжают сегодня за границу и ищут лучшей жизни, естественно, есть проблема очень большая национальных устоев. Национальные устои Польши, Чехии, Венгрии там совершенно иные. Я не могу сказать, что для наших граждан создаются оптимальные преференции, при которых они могут не чувствовать себя людьми третьего сорта. Это прежде всего, я повторяю, рабочие места. Это заполнение экономики для стран Западной Европы, той же Белоруссии, той же России. Это рабочие руки, это головы наших науковцев, нашего прекрасного, хорошего медицинского образования. Что касательно, я вот могу согласиться с оппонентом, который выступает вместе со мной, и хочу сказать об образовании. Образование очень сложное сегодня в Украине, сложное в силу коррупции. И будем правде смотреть в глаза и смотреть на наши вузы. Наши вузы превратились сегодня в феодальное государство. То бишь ректора превратили наши вузы в феодальное государство. Почему я говорю так? Потому что решаются очень многие вопросы на коррупционной основе. Пример могу привести в отношении себя. Я очень много выступала в отношении коррупции в Днепропетровской медицинской академии. То, что, по сути дела, мои высказывания в отношении тех неблагоприятных моментов, и не только моих, но и моего коллектива, моей кафедры, они привели к тому, что сегодня
по сути дела, мы вынуждены были покинуть вуз, и сейчас в данном случае поступают угрозы, оскорбления по Фейсбуку мне, моим коллегам, потому что мы возобновили уголовное дело против ректора. Так вот, сейчас речь идет конкретно об образовании, о коррупции в образовании. То, чего нет сегодня в странах Западной Европы, то, чего нет сегодня в Белоруссии. Я очень контактирую достаточно серьезно, контактирую сегодня с Тартусским университетом, это Тарту, это Эстония, где я защитилась. И я знаю о том, что коррупция для них – это нон-грат, и сегодня это недопустимо. И многих студентов именно отказываются они оставаться в наших вузах и переводятся, уезжают или после окончания вуза именно туда. И последнее, что я хочу сказать, вот, остановит ваше внимание на версии плана ОСТ превращения Украины в сырьевой придаток. Речь идет о внешнем влиянии. Вот. Как би такова моя точка. Дякую. Йдемо далі до іншої теми. Компанія BBC, головний її центр, що публікує та транслює новини саме на Сполучене Королівство, розмістила статтю з назвою «Зеленський. Чому комічна мрія про зміни може зазнати краху?». Видання зазначає, що жодної з своїх основних обіцянок наш президент не реалізував, а навпаки постійно потрапляє у скандали, у тому числі міжнародні. На думку автора статті, Зеленський прямує до неминучої катастрофи та вуличних акцій протесту. Пані Анна, не вважаєте ви, що таким чином все ж таки британська преса натякає Зеленського, що його чекає? І вони, може, просто щось знають? Може бути, щось і знають на самом деле. Може бути, намікають. В будь-якому випадку всю інформацію необхідно сприймати і з нею працювати. Як би, так, вооружен, если владеешь достаточным количеством информации. Но они же не без повода все это делают. Вот они, достаточно такая, кстати, статья была объективная, даже сказала бы, довольно-таки еще мягкая, потому что многие другие издания, те же самые украинские, например, намного более в жесткой риторике высказывались и давали оценочные суждения по поводу первого года президентства. Знают ли они? Ну, мы понимаем, что так называемые цветные революции, да, которые проходили в Украине, да, это все технологии. Технологии, увы, как и многое другое, Украина пока как бы сама не продуцирует и не экспортирует. Мы все это в качестве импорта берем. И точно так же, как в экономике, так и в политике, мы используем вот то, что было написано где-то на Западе. Это тоже вполне закономерно, потому что политические технологии – это практика трудов политической теории. Западная политология, она намного большую историю имеет, и поэтому там это все создается. Оно приходит к нам. Можливо, политология, это, может, не самое на той выслев. Можно политическое рейдерство, чи як. Ну, якщо більше слова підбирати. Ми ж не відказуємося. Ну, якщо був так званий Майдан, і ми бачили тих мирних протестувальників з коктейлями Молотова та гвинтівками, ну, я б не вважав, що це політологія. Скоріше, це політичне рейдерство країн, можливо, це більш точне формування, чи як ви вважаєте? Ну, ви можете так це називати. В будь-якому випадку, це все були політичні технології. Можна і так. Рейдерство... Військово-політичне. Ну, і спочатку просто політичні, потім вже з дальнішими більше послідствами. Вот. И к тому, что придет очередная технология, скорее даже не придет, а пройдет апробацию на нашей территории, это вполне не исключено, потому что имеем историю, имеем практику, плавали, знаем, да, как бы уже была и первая, и вторая, и третья вполне. Тем более, как мы видим, внутренняя поддержка нашего главы государства, она снижается. Рейтинги снижаются, снижаются. Да, это не катастрофическое какое-нибудь падение, о котором можем говорить, но спустя год, после громких обещаний, когда мы все-таки видим
все, будем говорить своими словами, неэффективность, да, определенных там, векторов uh-huh. политики, которые проводят, с этим довольно-таки сложно спорить. И поэтому мы видим, количество недовольных все больше растет. Плюс оппоненты, там, не оппозиция, а скорее оппоненты к власти. Uh-huh. Да, вот, плюс различного рода могут быть и формирования, либо те структуры, которые поддерживают... Вот, это mm-hmm. все также играет не на руку. Вспомним даже, когда в нормандском формате встреча была, да, mm-hmm. что происходило точно так же под офисом президента. Дякую. Пані Ірино, от як ви вважаєте, чи просто так британські засоби масової інформації розказують своїм громадянам, що чекає Зеленського в майбутньому? Я би хотіла теж підвести черту. Правления президента Зеленского. Это прогресс в обмене пленным и отмену депутатской неприкосновенности. Все то, что обещали предыдущие президенты, Зеленский, по сути дела, выполнил. Но в этом списке, этот список, он не завершен. Глобальных, нужных сегодня для государства и для граждан вопросов, это прежде всего обеспечить мир на Юго-Востоке, первое. Наказать коррупционеров. Снизить тарифы Зеленский так и не выполнил. То есть фактически, если мы возьмем сегодня статистику президентства Зеленского в отношении людей, то она, конечно, не маленькая. То есть люди свои стереотипы, они так и не поменяли. То есть остается Зеленский как несистемный политик, да, в виде головоротика. Зеленский – это головоротика. Вдруг что-то, а вдруг он сделает. Он молодой, он что-то сможет. Но, однако, количество людей, которые вот, поддерживают Зеленский, они токсически, уменьшается такое количество. То есть на сегодняшний день что отпугивает людей? Что уводит людей от... количество, от большинства. Я считаю, что в первую очередь это токсичность окружения Зеленского. Это непрофессионализм, который вокруг непрофессионалы, сращивание с олигархатом и какие-то репутационные скандалы, которые на протяжении всего этого времени накапливались. И, естественно, Зеленский теряет уровень поддержки. Я думаю, что осенью может Зеленский столкнуться с очень серьезным политическим, он уже есть, и экономическим кризисом. Но политический кризис, прежде всего, он основан на деструктивном дезориентации сегодняшнего депрессивного состояния, которое как в политике, также и в экономике. А мы с вами понимаем о том, что без экономики мы с вами не проживем. То есть социально-экономических, если не будет каких-либо изменений, то это будет полный крах. Но вот мое все-таки мнение, если вы хотите услышать, я считаю, для полноты картины социально-экономических изменений быстро сейчас может сформироваться так называемая майдановская оппозиция, которая действует по режиму, состоящая главным образом из участников, тех же участников по свержению Януковича. Потенциал этой оппозиции достаточно бросить, ну вот как бы сбросить сегодняшний действующий режим. Но мы не должны с вами уповать на то и одеть розовые очки и говорить о том, что все будет хорошо. То переворот может быть правым, когда к власти вместо зеленых придут коричневые и придут черные. Вот это вот страшно. И я думаю, что сейчас нужно об этом очень серьезно задуматься всем. І політикам, і економістам, і олігархам. Можливо, це і вигідно Зеленському лякати коричневим переворотом, адже ми все ж таки розуміємо, що якщо б у Зеленського була якась цілеспрямована адекватна політика, і вони хоч якось
намагалися, я не кажу, щоб робили це, все ж таки не так р'яно виконували всі вказівки МВФ, можливо, цього не треба було б робити ніяких там дій, не лякати якоїсь коричневої опозиції. Тому що ми розуміємо, що в нас є ще так звана антимайданівська опозиція, і, в принципі, там теж досить багато людей, якщо зараз подивитися, саме антимайданівські настрої підтримують більшість українців. Сложилась сегодня ситуация в Украине следующим образом. Это идеальный шторм экономического кризиса. То есть кабальное условие МВФ, то, что вы говорите, и это прежде всего приводит к наращиванию так называемого недовольства среди элит в областях. И то, что может привести к очень такому конкретному политическому кризису, к обострению. Сегодня, как таковой, уже команды у Зеленского нет. При наличии того, что у него была команда «Монобольшинство», в Верховной Раде. А что такое монобольшинство? Это практически решение проблем, глобальных проблем, которые сегодня стоят в Украине. Это глобальная проблема разрушающейся экономики. Рост недовольства прежде всего из-за чего? Миграция, продажа детей. Каждый пункт, каждый сейчас вот пункт, который мы рассматриваем, он в одной цепочке вот всего происходящей катастрофы в Украине. Поэтому нужно осенью, чтобы мы не оказались, а я думаю, что это неизбежно, мы окажемся в условиях идеального шторма и кризиса. И может быть даже, я не знаю, но мне так кажется, что может произойти и тот же переворот. Вот я сказываю, это сугубо моя точка зрения. Дякую, зрозуміло. Йдемо далі до інших тем. Підвели підсумки першого року президентства Володимира Зеленського в газеті «Irish Times» Ірландія. У Дубліні наголошують, що перемігши Порошенка, колишній комік виявився недосвідченим політиком та управлінцем і не рухається в напрямку миру на Сході, а лише позичає гроші в МВФ, вже думаючи про другий термін і можливі переговори з Росією. Маємо відмітити скептичне ставлення цього авторитетного видання до діяльності президента Зеленського. І от, якщо проаналізувати, а що не так, можливо, десь маніпуляція є в ірландській пресі, можливо, якось вони викрутили ситуацію, чи вони все ж таки об'єктивно висвітлюють картину в Україні і транслюють її на свою аудиторію? Ну, смотрите, мы говорим, что вот те факты, которые приводим, да, из СМИ, мы же понимаем, что они в одном дискурсе говорят. Все больше негативно оценивают. По поводу манипуляций, да мы же живем здесь, нам-то лучше видно, как бы, как все происходит. И если это данные проблемы даже видно, так сказать, за границей, да, которая обещала нам помочь, вот, как минимум, 5 лет, да, назад, то сейчас вряд ли это манипуляция. Действительно, тем более президент признался, признался о кадровом голоде, о, возможно, некомпетентности людей, которые представляют там те же министерства, определенные отрасли. Это мы все имеем, это мы знаем, поэтому вряд ли можно сказать, что эти слова как-то перекручиваются. Просто мне еще хотелось вспомнить по поводу вот предыдущего вопроса, когда говорили, а не намек ли это на третий, да, Майдан? Вот мне просто пришла мысль в голову, что скорее это просто прощупывание почвы. В связи с коронавирусом, в действительности у нас, ну, мы видим, как еще экономический мировой кризис не настал, но тяжесть последствий каждое государство чувствует. Возвращаясь к тем самым технологиям, технологии – это деньги. А деньги – это внешние деньги. И сейчас другие государства не готовы платить за какие-то преобразования в Украине. И в действительности вот хотелось поддержать также своего оппонента, да, как оказалось, хотя думала, что мы просто собеседники, что возможны какие-то перевороты, либо волнения именно внутри государства, которые будут инициироваться именно внутренними институтами. Но вряд ли на данном этапе внешние какие-то акторы включатся активно в политику, потому что между первой святой революцией и второй прошло 10 лет, да?
грубо говоря, 2014-2013 год. Как-то необходимо было восстановить страну, какие-то вот рычаги, деньги, уровень доверия восстановить. Сейчас очень мало, ну куда, как бы еще прошло. Тем более все запомнили президентство нашего бывшего гаранта, да, вот как бы оно было весьма ярким и для европейских партнеров, и для внутренней ситуации в стране. Вот, поэтому как бы нельзя сказать, что это был стабилизирующий какой-то момент. Вот. Хотя, знаете, вот, кстати, отмечают и даже в иностранной прессе, что, пожалуй, есть один позитивный момент, просто вот вспомнилось президентство бывшего гаранта, это религиозный вопрос у нас как-то более-менее, вот он устаканился, что ли, как это назвать, как бы не... Ну, это дуже спірне питання, тому що законодавство щодо церковного рейдерства так ніхто і не відмінив. Законодательство не отменили, но вот этот конфессиональная там ворожнеча, да, ненависть, она как бы вот немножко подутихла, во всяком случае, хотя бы никто не подкидывает в огонь бревна, и это... Все равно необходимо ответить, это довольно-таки плюс большой, во всяком случае, именно для нас, для украинцев. Можливо, просто завдання різні, тому що якщо брати той тренд релігіозного розколу, тоді Порошенко відкрито спекулював на цьому для того, щоб виграти вибори. Але все ж таки йому це не вдалося, незважаючи на це розпалювання міжконфесійної ворожнечі. А у Зеленського зараз просто інші завдання. Йому треба землю продати, і йому ця ворожнеча релігійна, вона ніяк не допомагає і не шкодить. Да, возможно, я думаю, с вами можно отчасти согласиться, что просто, возможно, на данном этапе другие приоритеты стоят. Вот. И еще до следующих выборов 4 года, да, ну, как бы до очередных, как бы уже сейчас страшно что-либо загадывать. Вот. И поэтому действительно, возможно, просто разные приоритеты, но единая проблема, которая, вот, возвращаясь к тому, что манипуляция, это либо не манипуляция, что вот происходит в стране, почему там иностранные СМИ пишут. Как ни странно, но, возможно, в действительности и им что-то и виднее со стороны. Вот. Потому что очень часто мы делаем неправильные выводы из-за нехватки информации. И, к сожалению, как раз акторы внешнеполитической арены владеют большим количеством информации касательно внутриполитических украинских дел, чем внутри страны. А ще таке питання, от все ж таки звернули увагу закордонні журналісти щодо питання миру на Донбасі, якого просто немає. І хоча пройшов вже рік, вони якраз звернули увагу на те, що він тільки думає якимось чином там вести переговори з Росією, таке інше. Тобто ми бачимо, що вони акцентують увагу на тому, що немає жодного прогресу з цього приводу. От в чому от саме от з вашої точки зору полягає от така їх позиція? А в том, что когда приходил наш предыдущий президент к власти, да, были обещания, что для украинцев были обещания, что война закончится за 3 недели, да, если не ошибаюсь. Когда приходил нынешний президент к власти, были обещания уже для внешнеполитических акторов, что война все-таки закончится. Он хотя бы не ставил сроки, как бы. Можливо, не для всех. Возможно, не для всех, да. Мы можем отчасти, ну, конечно, да, вот и иностранные СМИ отмечают некоторый позитив в том, что все-таки произошел обмен пленными, да. Когда мы вспоминаем встречу в нормандском формате, когда, да, четверка, когда в первый раз за долгое время все-таки с гарантом Российской Федерации также в личной встрече была произведена, тогда оценивали, что... Ну, успех, ну, это был вообще, как бы, успех в том, что они хотя бы встретились. Дякую, зрозуміло. Пані Ірина, у нас ще декілька хвилин до кінця ефіру. От якщо підсумувати, чому саме, брате, дублінські СМІ акцентують увагу саме на невирішенні питання миру на Донбасі? Я думаю, что в первую очередь сегодня видно, что Зеленский и его команда уже не могут управлять страной ни по-старому, ни по-новому. И так как я и говорила о том, что вопросы кардинальные, которые пообещал на выборах президент, эти вопросы решены не будут. Поэтому должна быть четко, конкретно сейчас замена
того окружения, которое связано с нашим президентом, тогда может быть какой-то прок. Вот я как бы слушала очень внимательно нашего оппонента, и вот правильно она сказала, что кризис в мире еще не наступил. Все беды кризиса, они будут сентябрь-октябрь, они придутся на осень. И, к сожалению, если мы, наша страна на грани, как я уже говорила, кардинальных перемен, и если развивающийся экономический кризис, который возникнет сегодня, ну, глобально в сентябре-октябре в нашей стране, он не будет решен, то произойдут, ну, непоправимые вещи. Вот вещи, очередная революция. Я в этом уверена на 100%. Потому что массовое сознание, я уже говорила, оно дезориентировано. Оно озлоблено и находится сегодня в депрессивном состоянии. Ухудшающаяся ситуация во всех отраслях, во всех сферах, она сегодня дошла до накала. Люди не верят ни в одну партию. Вот поверьте мне, почему сегодня остается более-менее еще рейтинг какой-то у Зеленского? Потому что он сегодня, вот я, несистемный, голобородька. Поэтому, но ни в одну партию не верит никто. Потому что как таковой оппозиции у нас в Украине нет. И вопросы Юго-Востока должна сегодня поднимать и решать глобально оппозиция. Для того, чтобы вопрос решился кардинально. Дякую. Політики і бізнесмени та дипломати із-за кордону формують уявлення про нас із вами і про нашу державу у світі. Яке обличчя має Україна, неважко здогадатися. Тому уважно думайте, в чиї руки віддаєте країну на наступних виборах хоча б. Для вас в ефірі програми «Хто за нами стежить» на телеканалі КРТ працював ведучий Дмитро Василець. А моїми співрозмовниками були науковці Анна Лаврененко та Ірина Спіріна. До побачення.